Всех приветствую на нашем канале OptoNet. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот очиститель воздуха от Xiaomi Mi Air Purifier. Это устройство, которое позволяет очищать воздух в вашем помещении и, соответственно, делать его максимально чистым. В нем установлен фильтр, через который, то есть воздух прогоняется вот здесь, заходит снизу и выходит вверх чистый воздух. Здесь стоит тройной фильтр, который оставляет на себе самые мелкие частички. Также огромный плюс этого устройства, что в нем есть Wi-Fi, он подключается к вашей Wi-Fi сети, и вы сможете полностью с телефона управлять этим устройством. И также можно посмотреть, через какое время нужно менять фильтр, то есть все это дело будет отображаться в вашем приложении Mi Home. Здесь установлены датчики, которые это все дело меряют. Есть несколько режимов, есть таймер. В общем, более подробно сейчас вам расскажу. Подписывайтесь на канал, приятного просмотра, погнали к обзору. Сам очиститель воздуха выглядит вот таким вот образом. Прикольный внешний вид, стильно. Значит, вот здесь у нас находится экранчик, на котором отображается циферками загрязнение воздуха. То есть, чем больше циферок, тем хуже, тем воздух грязней. И вот эта линия, которая сейчас зеленая, то есть показывает, что воздух сейчас чистый и хороший. А если качество воздуха ухудшается, она горит или оранжевым, или красным цветом, соответственно, циферки поднимаются, то есть это уровень загрязнения воздуха. Верхняя часть выглядит вот таким вот образом. Здесь две кнопочки. Первая — это переключение режима на самом устройстве, и также можно через Wi-Fi. А вот эта кнопка регулирует яркость экрана. Смотрите, то есть первая тусклее, вторая выключает экран, но при этом устройство работает. Вот здесь находится вентилятор, который и выдувает тот самый воздух, который заходит через него. На самом экране мы видим вот это Wi-Fi, то есть сейчас показывает то, что он подключен к Wi-Fi сети. Если нажимаем режим, меняется, то есть это сон. Если режим сон включен, то, соответственно, это устройство не будет громко работать. Следующий режим у нас сердечко. То есть это самый максимальный режим, то есть он очищает максимально. Он сейчас начал работать и очищает до максимума. Режим авто. То есть авто — это он сам будет мерять загрязнение воздуха, периодически включаться, периодически выключаться, и постоянно он крутится очень тихонечко. Если загрязнение поднимается, то, соответственно, вентилятор начинает вращаться на максимум и тем самым максимально быстро его, воздух очищать. Вот здесь находится кнопочка с двух сторон. Вот здесь и вот здесь. Нажимаем две кнопки одновременно, но перед этим его необходимо выключить. Зажимаем две кнопки одновременно, и вот таким вот образом он снимается. И внутри просто-напросто находится фильтр вот такого вот типа. Смотрите, насколько он уже загрязнился, вот, который через себя пропускает весь воздух. Видите, то есть он реально грязный, несколько месяцев он работает. Вот, такие фильтра меняются. Огромный плюс в том, что если через приложение его подключить, то в приложении будет написано, насколько он загрязненный и через какое время его нужно будет поменять. На задней части у нас вот здесь установлены, то есть они просто закрыты крышкой, здесь стоят датчики, которые меряют загрязнение воздуха и тем самым выводят информацию на экран или дублируют ее в приложение. Что касается приложения, оно выглядит вот таким вот образом, Mi Home. Подключается максимально просто. Как только включили в розетку это устройство, зажимаете две вот эти кнопки одновременно на 5 секунд, после чего происходит звуковой сигнал. И после чего вы просто заходите в приложение. Он автоматически находит это устройство, вы выбираете комнату, то есть это коридор, зала, там без разницы. Ну, например, коридор. Также рекомендованное помещение, нажимаем далее. Очиститель воздуха, нажимаем далее. И еще раз нажимаем «Далее». Все. После чего у нас уже закидывает в само приложение, где отображается вся информация про это устройство. Во-первых, с помощью этого приложения вы можете включать и выключать это устройство. Смотрите, я, то есть, на самом приложении нажимаю «Выключить». Устройство выключено. Нажимаю «Включить». Устройство включается. Также я могу переключать режимы. Это ручной, ночной и авто. Авто – это автоматически он все меряет. Можно ночной. То есть раз, он переключается, и ручной. То есть в ручном режиме вы можете добавить мощности, сколько там будет он работать, максимально вращается вентилятор или минимально. То есть можно слышать, что он громко работает. Если он в автоматическом режиме, его практически не слышно. Здесь есть вкладочка «Фильтр». Здесь написано «Оставшийся фильтр 91%, предлагаемая продолжительность жизни 133 дня». То есть этот фильтр еще будет
пригоден 133 дня, то есть примерно посчитало приложение. Также можно выключение-включение по расписанию, то есть это своего рода таймер, вы можете установить любое время, и, соответственно, он будет выключаться и включаться по времени, которое вы установили, это удобно. Также световой индикатор. То есть сам экранчик, который находится вот здесь, вы можете просто сделать его максимально ярким, как он сейчас. Также вы можете сделать тусклый, он немножко тусклее. И также вы можете его полностью выключить. Точно так же вы можете делать это с помощью вот этой кнопки. То есть включать, делать тусклей или выключить сам экранчик, но при этом это устройство будет работать. Также вся информация с экранчика дублируется на ваш смартфон, то есть показывает, что воздух в помещении отличный. Ребят, как я уже сказал, здесь стоит фильтр, в нем есть три степени очистки, это нейрофильтр, угольный фильтр и фильтр предварительной очистки, что позволяет оставлять даже самые мелкие частички. Потребляемая мощность этого устройства 29 Вт, способ установки напольный, но в принципе вы можете поставить на стол, на пол, на тумбочку, все зависит от фантазии, главное, чтобы верхняя часть устройства была в открытом доступе, то есть было пространство, куда выдуваться воздуху. Ну, небольшой дисплей есть, на котором отображается информация, ну, эту же информацию вы сможете просто-напросто посмотреть в вашем приложении, ведь она вся полностью дублируется. Лично от себя скажу, что это реально полезное устройство, и любое помещение, ну, по крайней мере, в квартире, в которой он стоял, он очищает, даже если в помещении очень сильно накурить, это табачный дым, то эта штука примерно за 10-15 минут очистит помещение полностью, и в нем не останется даже запаха. Также он даже может в себя затягивать шерсть, вот это все дело, без проблем, но, соответственно, это уже вопрос в том, насколько быстро забьется фильтр, потому что чем он больше всего в себя вытягивает, то, соответственно, тем быстрее вам нужно будет менять этот фильтр. Как я уже показал, замена фильтра занимает буквально минуту, наверное. То есть сняли крышку, поставили фильтр, надели крышку, он готов работать. Ну и, конечно, что это все дело управляется с смартфона через Wi-Fi. Это удобно. Он сам вам показывает, сколько фильтр, через сколько его нужно поменять и так далее. Очищает, работает отлично. Устройство мне понравилось, ребят. Если что-то я не сказал, или может быть у вас есть такое устройство, пишите в комментариях, как он показал себя у вас. Возможно, какие-то нюансы есть, плюсы, минусы свои, тоже пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, оценивать наши ролики. И до новых встреч!